Привет! Киты – самые большие создания, когда-либо жившие на нашей планете. И их влияние на природу, людей и человеческую культуру также огромно. Мне кажется, они действительно крутые. Возможно, вы никогда не задумывались, как их существование отражается на нашей жизни. Так давайте посмотрим, что бы было, если бы мы жили в мире без китов. Итак, давайте взглянем на самого выдающегося представителя этого вида. Синий кит – самое большое и тяжелое существо, когда-либо жившее на Земле. Да, этот кит крупнее, чем динозавры. Он такой же огромный, как Boeing 737, а весит, как 4 таких самолета. Длина самого крупного кита, которого удалось измерить, достигала 33 метров. Это больше, чем расстояние между двумя базами на бейсбольном поле. А весил он почти 200 тонн. Это как вес 30 вместе взятых африканских слонов, самых больших сухопутных существ. Один лишь язык кита весит как 2 бегемота, а в рот ему могло бы поместиться 100 человек. Как-то на корпоративе мы попытались проделать такой трюк, но в пасть кита успело залезть всего 74 бедолаги, прежде чем он их проглотил. Кошмар, мы остались без отдела продаж. Ладно, я шучу. Вообще-то, несмотря на такие внушительные размеры, синий кит – одно из самых безобидных существ, живущих в океане. За последние 100 лет не было зафиксировано ни одного случая его нападения на человека. Так что теоретически плавать рядом с синим китом безопасно. Заодно вы увидите, какие у него крошечные по сравнению со всем телом глаза, не больше грейпфрута. Все виды китов поделены на две группы – усатые и зубатые. Как вы догадались, у зубатых есть зубы. Эти животные хищники. У усатых китов вместо зубов роговые пластины, похожие на щетки, а питаются они планктоном и крилем. Так что если будете плавать рядом с китом и рассматривать его глаза, сначала проверьте, что у него во рту. Да, киты поразительны. Но давайте вернемся к нашей теме. Попробуем представить мир без китов. И начнем, пожалуй, с истории человечества. В древности, когда меня, кстати, еще не было, люди верили, что Земля держится на трех китах, которые плывут по бескрайним просторам океана жизни. Конечно, так было до того, как астрономы поняли, что Земля находится в космосе и вращается вокруг Солнца исключительно благодаря гравитационному полю нашей звезды. Но все же сказка о трех китах остается популярной. Если бы не было этих животных, что бы придумали люди? Земля бы держалась на огромных моржах? Или акулах? Трех слонах и черепахе? Ах да, такая теория тоже существовала. А как же те истории, когда моряки подплывали к острову и обнаруживали, что это спина кита? Этот сюжет часто встречается в книгах и фильмах. Кстати, если бы не было китов, китобойное судно «Эссекс» никогда бы не столкнулось с огромным кашалотом. События не вдохновили бы Германа Мелвилла на написание «Моби Дика», одного из величайших произведений 19 века. Ну и что? Это всего лишь старая книга. Не спешите. Вот вы знаете, что Starbucks назван в честь одного из героев романа? Помните Старбака, первого помощника на корабле и одного из ключевых персонажей? Нет? Ну и ладно. В общем, нет китов, нет Старбакса. Точнее, сеть кофеен назвали бы иначе. Но не только история Эссекса вдохновила Мелвилла на написание «Моби Дика». Автор сам работал на китобойном судне и на протяжении многих лет охотился на китов. Зачем? Человечество занималось этим тысячи лет, и это было в порядке вещей. Люди охотились на китов ради их жира, который использовался как горючее в масляных лампах. Также он был нужен для производства мыла и косметики. Как вы думаете, если бы не киты, люди бы нашли другой источник этого сырья? Или мы бы навсегда остались без мыла? Усатые киты тоже очень ценились в то время. Китовый ус использовался для изготовления тросов, сетей, посуды и одежды. Он был почти так же популярен, как сегодня пластик. Мода могла бы пойти совершенно другим путем. Без китового уса не было бы корсетов. Возможно, тогда фигура песочные часы не стала бы столь популярной. Может, грушевидная фигура была бы новым стандартом красоты? Расскажите в комментариях, каким вы видите мир без китов. Но больше всего отсутствие китов отразилось бы на структуре пищевой цепи и разнообразии морской жизни. Без касаток было бы много морских львов, кальмаров и моржей.
А если бы было много морских львов, количество ракообразных и моллюсков сильно сократилось бы, потому что львы очень любят закусить хрустящим деликатесом. Лобстеры и так очень дороги, а без китов стали бы еще дороже. Морепродукты превратились бы в роскошь. Отсутствие китов отразилось бы и на рыбе. Синие киты питаются крошечным крилем. Когда кит ходит в туалет... Погодите, вы только представьте это! Каких же размеров должна быть уборная? В общем, он снабжает пищей фитопланктон. А фитопланктон – это корм для мелких рыб. Этими маленькими рыбками потом питаются рыбы побольше и так далее. Это и есть круг жизни. Фитопланктон также играет важную роль в борьбе с парниковым эффектом. Он помогает убирать углекислый газ из атмосферы. Так что планета была бы намного жарче без китов. Если исчезнут киты, в океане прекратится пение. Киты, птицы, летучие мыши и люди. Только эти обитатели планеты умеют петь. Самцы китов поют, чтобы привлечь самок, а самки поют колыбельные своим детенышам. Причем каждая песня уникальна и никогда не повторяется. Представьте, поющего кита слышно за тысячи километров. В океане не так много звуков, а без китов он бы превратился в самое тихое место на планете. Кстати, если бы китов не существовало, не было бы и дельфинов. Дельфины, как и морские свиньи, относятся к китам. Это и есть те самые зубатые киты. Получается, что касатки – это огромные дельфины. Если бы не было китов, кто бы тогда стал самым крупным существом на планете? Правильно, африканский слон. Хотя тогда у слонов были бы конкуренты, но не было бы таких замечательных родственников. Да, вы не ослышались, киты и слоны – родственники. Я уверен, вы знаете, что кит не рыба, а млекопитающее, которое просто живет в океане. У китов нет жабр, и они не могут дышать под водой. Эти животные вдыхают воздух через отверстие в голове каждые 15-30 минут в зависимости от вида. Кстати, у зубатых китов есть всего одно дыхательное отверстие, а у усатых – два. Вот вам и еще одно различие между ними. Существует теория, что миллионы лет назад, когда меня еще не было, предки китов ходили по суше. Они были похожи на огромных свиней или бегемотов. У китов, кстати, есть общий предок с бегемотами, как и с другими копытными, такими как коровы, олени, жирафы и овцы. Эти древние животные обитали около океана. Их вытесняли все ближе и ближе к воде, приходящие на их территорию хищники. Так что будущим китам ничего не оставалось, кроме как прыгнуть в воду и начать новую жизнь в качестве морских млекопитающих. Ладно, все было не совсем так. На эволюцию ушли миллионы лет. Главное, что со временем копыта и конечности превратились в плавники. Кстати, у китов и дельфинов до сих пор есть тазовая кость. Им она не нужна, просто она есть и постепенно превращается в рудимент, почти как копчик у человека. А что если бы эти доисторические поросята не переселились в воду? У нас бы были хрюшки размером с дом, которые постоянно возятся в грязи. Огромные бегемоты стали бы королями саванны. Хотя на самом деле на суше они вряд ли приблизились бы по размеру к китам. А все потому, что гравитация в воде не так велика, как на суше. Киты не ощущают своего гигантского веса, ведь их костям не приходится его поддерживать. Вот почему эти животные стали такими огромными. Кроме того, в холодной воде метаболизм замедляется, поэтому киты накапливают больше жира и становятся массивнее. И напоследок, в океане изначально было мало естественных угроз для китов, так что эти гиганты могли размножаться и развиваться без особых препятствий. Если вы сегодня узнали что-то новое, лайкните это видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще парочка крутых роликов, которые вам наверняка понравятся. Просто кликните слева или справа и оставайтесь на яркой стороне.